Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 2 января, второй день в этом 2023 году. И сегодня также очень важно провести этот день. Помните о том, что очень важно заложить основы, заложить фундамент для этого 2023 года. Также сегодня, друзья, обязательно 2 января покормите птичек на привлечение достатка, благополучия и изобилия. Даже если у вас нет времени, вы сегодня работаете или вы принимаете гостей или вы отдыхаете, в любом случае выйдите на природу, покормите птичек и скажите эти волшебные слова. Далее, друзья, все более подробно. Итак, сегодняшний день, 2 января. Друзья, это в какой-то степени день добра, надежды, нашей с вами щедрости и взаимопонимания. Сегодня хорошее настроение должно наполнять э, вас. И когда вы в хорошем, прекрасном настроении, это значит, что вы можете мечтать, вы можете воображать любые картинки в своей голове. Вы можете созидать ту реальность, которая вам нужна. Вы наполняться можете радостью и уверенностью в завтрашнем дне. Также у многих сегодня будет такое ощущение, что вы готовы поднимать горы одной силой воли. Вы творите добро вокруг себя и избавляете других от хлопот и беспокойства. Сегодняшний день вы чувствуете неудержимую потребность снять какое-либо напряжение, которое накопилось, возможно, в вашем сознании и тянет вас с прошлого 2022 года. Поэтому, если у вас есть вот такое состояние, постарайтесь избавиться от любого негатива и используйте в этот день идеальную ситуацию, чтобы поставить перед собой прекрасные достижимые цели. Если вы будете думать о том, как вам нужно заработать, что вам нужно сделать в самое ближайшее время, то вы должны понимать, что весь 2023 год у вас пройдет как по маслу. Также постарайтесь сегодня привлечь к своим каким-то идеям, задачам как можно больше людей вокруг себя, которые действительно захотят вам помочь и поддержать вас в случае той или иной необходимости. Сегодня вы сможете получить даже несколько возможностей, чтобы приумножить имеющиеся деньги. Но их будет немного, так что упускать эти возможности не стоит. Вы можете без опаски и риска удачно вложить деньги или сделать выгодные крупные покупки. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно благоприятный и очень плодотворный день. Сегодня можно браться за масштабные любые сложные дела, потому что вы с ними справитесь не просто на отлично, а идеально. У вас сегодня не будет даже соблазна бросить начатое или отказаться от своих планов. Сегодня многие с большой охотой стремятся помочь вам. У вас появятся какие-то надежные союзники, а ваш творческий потенциал сегодня, в этот день, 2 января, очень высок. Очень скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали. Сегодня также прекрасное время, чтобы улучшить свои навыки. Можете смело, если есть время, записаться, например... И в самое ближайшее время посетить какие-то курсы, какие-то семинары, тренинги. А почему? Потому что вы, если правильно сейчас заложите фундамент в начале года, то уже после сентября вы сможете, сентября 2023 года вы сможете пожинать плоды своего труда. Так что обратите на это внимание. Вы сможете уверенно пойти дальше, взять на себя решение более сложных задач и планов. Это сможет выделить вас из толпы и заработать положительную репутацию. Будьте новатором и постарайтесь мыслить нестандартно. Доверьтесь своим навыкам и изобретательности. Ваши способности оценены сейчас по достоинству и впереди открыты большие перспективы для действий. Очень скоро, а может уже даже и сегодня, в вашу дверь постучит новая карьерная возможность. Поэтому постарайтесь взять ее обеими руками. Не обращайте на внимание на тех людей, которые находятся с вами рядом. Ваши друзья, коллеги по работе. Потому что если вы правильно все настроите, все правильно сделаете в своей жизни, вы сможете заработать и получить большую прибыль. Способность быстро сегодня принимать решения поможет достичь много многого чего в своей жизни. Также, если вы предприниматель, вы сегодня можете спокойно работать, потому что вы будете ожидать действительно хороших результатов. У вас есть хорошие и надежные партнеры или инвестиции которые смогут поднять ваш бизнес на новые высоты. Ваше финансовое положение готово к улучшению, и вы можете с уверенностью рассчитывать на стабильный приток разумных и стабильных инвестиций. Используйте сейчас вот то время, чтобы выучиться новому, чтобы в вашей жизни появились какие-то навыки, новые какие-то знания. Уделите внимание знаниям и опыту. Да, и возможно вы знаете, что вы уверены в тех или иных знаниях, но запомните, мир не стоит на месте, а значит мы должны с вами развиваться. Кроме того, сейчас идут все-таки праздники, новогодние. Очень важно, пока ваши коллеги отдыхают, уделите внимание именно знаниям. А также не спешите принимать в профессиональной сфере каких-либо поспешных решений, потому что они могут для вас, к сожалению, иметь какие-то непредвиденные последствия в ближайшем будущем. Также сегодняшний день может быть и прибыльным для вас, и вы получите от этого даже большое удовлетворение и радость. Если вы сегодня работаете, находитесь, вышли уже на работу, то знайте, что работа будет спориться, будет все получаться, а ваши подчиненные будут с радостью помогать вам двигаться вперед. Сотрудничая, чтобы завершить начатое дело вовремя. Также сегодня хорошо заниматься делами, которые требуют творческого подхода, нестандартного взгляда на вещи. Сегодня возможны необычные предложения и приглашения. Не отказывайтесь от них, вы сможете получить полезный опыт и массу приятных впечатлений. Не позволяйте окружающим читать ваши мысли и заглядывать в ваши планы. Также многие из нас почувствуют в этот день и оценят сладость жизни, которая царит в вашем доме. Все ваши близкие и родные люди общаются друг с другом с добротой и лаской. Каждый хоть чем-то стремится поддержать и помочь друг другу. Вы также сейчас ощущаете желание поучаствовать в каких-либо добрых делах. Ваш дом ⁇ это ваша тихая гавань, где вас любят, ждут, верят в вашу силу и любовь. Это ваша защита и ваша поддержка. Вы живете и не беспокоитесь о своем завтрашнем дне. Вы тратите столько, сколько зарабатываете. Но будьте осторожны, потому что вы все-таки сейчас на данном этапе вашей жизни живете непосредственно. Поэтому постарайтесь уменьшить немножечко хотя бы свои расходы и не забывайте откладывать понемногу на будущее. Также сегодня подарите себе моменты глубокого расслабления вдали от хлопот и повседневной суеты. Вы живете сейчас в большой любви и никто не сможет вам точно помешать. Ваша пара очень хорошо защищена от скандалов и других жизненных проблем. Также со здоровьем у многих сегодня будет все в порядке. Единственное, что вас может сегодня побеспокоить, это нездоровая пища, так что остерегайтесь перекусов на ходу или ужина вне дома. Дома. Ваше тело и ваша кожа требуют сегодня особого внимания, поэтому очень хорошо, если вы в этот день уделите внимание себе, а также как вариант запишитесь на занятия йогой и релаксацией. Также сегодня поощряются пешие прогулки, как, например, возле моря. А если вы живете вблизи моря, в парке или в каком-то другом месте, который подальше от цивилизации. Потому что вот любые прогулки на свежем воздухе сейчас благотворно скажутся на вашем моральном духе, на вашем уме и тонусе. Сегодня, да и на протяжении всей следующей недели необходимо поддерживать здоровый образ жизни соблюдая сбалансированную и разнообразную диету в определенное время. Также сегодня не стоит бояться экспериментов с одеждой и цветом волос. Если вы все еще одиноки, то знаете, вас обязательно ждет в ближайшее время романтическая встреча ваше врожденное обаяние никого не оставляет равнодушными обращаем ваше внимание что сегодня по лунному календарю 10 и 11 лунные сутки растущая луна в знаке зодиака э, телец обращаем ваше внимание что телец у нас с вами денежный знак поэтому обязательно сегодня проводите практики ритуалы обряды на привлечение денег изобилия и э, достатка как мы уже сказали, друзья, ранее сегодня очень важно покормить птичек. Да не просто покормить птичек, а сделать это как в виде практики, в виде магии, чтобы в вашу жизнь а, пришли, вернулись вот эти посылы. Поэтому сегодня, в любое время, 2 января, возьмите крупы, возьмите хлебушка и покормите птичек. Выйдите в парк, выйдите на природу. Вы лучше знаете, где вы проживаете в своем регионе, где есть птички. И когда будете птичек кормить, говорите, Птиц кормлю, в дом достаток зову. Вот желательно эти слова произносить, пока вы кормите птичек. После этого идите себе домой по своим делам, но только помните, эту практику нужно делать только в хорошем расположении духа. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации друзья прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника это следующий рекомендованный видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео